dvhub.ru. Всем молодежи, всем молодым нашим ребятам я говорю, необходимо служить в армии. Армия закаляет. В армию ты ушел одним человеком, с армии ты приходишь совершенно другим. Ты приходишь готовым к жизни, посмотрев трудности. Да, есть очень трудно. Это надо терпеть. Это жизнь. Вот пройдя армейскую жизнь, я вам хочу сказать, вы придете совершенно другими людьми. Ну и сегодня приветствуется та молодежь при трудоустройстве. Всегда, когда к нам приходят трудоустраиваться молодые ребята, я всегда спрашиваю: а ты служил в армии? Он говорит: да, я служил в армии. Это наш человек. Поэтому я всем советую ребятам пройти армейскую службу. Год — это не так много. Подождут любимые, подождут родители, но служить надо. dvhub.ru